Здравствуйте, эфир телеканала «Осетия Рыштон» продолжает программа «Тактика» и я, ее ведущая Валерия Левченко. В нашем эфире мы поговорим о самом важном и интересном из мира звезд и погон. Сегодня мы узнаем, в каких условиях содержатся несовершеннолетние преступники. Расскажем о первой осетинской летчице Элите Дауровой и напомним о мерах пожарной безопасности. По данным издания «Аргументы и факты», в 2022 году на территории России было зафиксировано порядка 22 тысяч преступлений, совершенных лицами, которым еще не исполнилось 18 лет. Преступность среди подростков – явление не новое. Однако, как показывает сравнительная статистика, наблюдается тенденция уменьшения. Как правило, причины для проступков разные. Чаще всего – желание доказать, кто главный в компании, отсутствие должного внимания со стороны взрослых, банальный стадный инстинкт. В нашем следующем материале мы расскажем о том, какие последствия настигают детей и подростков после совершения ими преступления. Анне 17 лет. В Центр временного содержания несовершеннолетних преступников она попала из-за кражи в особо крупном размере. Через несколько дней девушку переведут в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по решению суда, где она будет продолжать отбывать срок. Сегодня она одна из трех нарушителей закона, проживающих на территории режимного объекта. Постояльцам специально отведенное для этого время могут прийти близкие родственники – родители или опекуны, братья или сестры, реже бабушки и дедушки. Средства связи здесь запрещены, исключение телефон на КПП, откуда можно связаться с родными. Впрочем, у детей на социальные сети и онлайн-игры времени нет, они постоянно чем-то заняты. Но сотрудники, конечно же, с пониманием относятся. Они, наоборот, приносят нам даже вот из дома какие-то игры, что-то еще, чтобы нам тут было чем заниматься. Они нам проводят лекции всякие. И дополнительно могут примеры жизни привести о том, что нам направляют нас на путь истины, так сказать, чтобы мы исправлялись, и они нам всегда говорят, чтобы мы вас тут больше не видели. Надеюсь, все, кто тут находится, они осознают, что больше, чем они делают, больше не буду так поступать. По закону в центре могут пребывать дети в возрасте от 7 до 18 лет по ряду факторов, указанных в статье 22 Федерального закона номер 120. Но задерживать их дольше, чем на 30 дней, сотрудники центра не имеют права. Целью является временное размещение несовершеннолетнего только до тех пор, пока не будет найдено окончательное решение, а не для воспитательного надзора. Главное направление деятельности центра – профилактическая работа с несовершеннолетними. Распорядок дня у нас немного отличается в учебное и каникулярное время. В настоящее время, учебный процесс не организован, но у нас проводятся различные мероприятия. Ребята после подъема, у них предусмотрена зарядка, завтрак, уборка своих помещений, то есть спальных мест, прогулка на свежем воздухе, различные спортивные мероприятия, лекции, беседы проводятся сотрудниками нашего центра, также с привлечением различных психологов, специалистов. В случае нарушения дисциплины наши сотрудники могут применять в качестве наказания только устный выговор. Это все у нас вносится в личное дело несовершеннолетнего и в качестве характеристики потом отправляется ему по месту жительства. В республике работает подразделение по делам несовершеннолетних, основной задачей которого является предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ПДН занимается организацией индивидуально-профилактической работы в первую очередь с группами риска. Общее мнение о том, что постановка на учет в будущем будет темным пятном для ребенка, ошибочно. По словам начальника подразделения, особо страшного в этом ничего нет. Хотя, разумеется, кое-какие последствия учет все-таки за собой влечет. Единственным препятствием, которое это может послужить, это если они будут поступать в специализированные подразделения правоохранительной системы. А так, в целом, это профилактическая мера, постановка на учеты, и, соответственно, никаких последствий таких она нести не может. Совместно с ПДН в профилактических мероприятиях участвуют и органы исполнительной власти, другие министерства, общественные организации. По статистике, за последние полгода больше всего правонарушений было связано с несоблюдением правил дорожного движения. Сюда же относится вождение автомобиля без водительских прав.
Помимо этого, несовершеннолетними допускаются нарушения в употреблении алкогольных и никотиносодержащих средств в неположенных местах. По итогам первого полугодия у нас существенное снижение уровня подростковой преступности. Более 30%, у нас 16 преступлений совершено подростками против 23 за аналогичный период прошлого года. Вопреки названию, работа проводится не только с детьми, но и с их родителями. На сегодняшний день за первое полугодие текущего года на учете в ПДН стоит чуть больше 300 правонарушителей-подростков и около 600 родителей, которые были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей. Очень хотела бы уйти как раз-таки от этого значения, от отрицательного восприятия службы ПДН. Наоборот, хотелось бы, чтобы родители больше обращались к сотрудникам ПДН в целях именно предупреждения каких-то противоправных действий. Наша задача будет выявить причины, условия, способствующие противоправному поведению, и, соответственно, принять все необходимые меры в комплексе для того, чтобы это больше не случилось, чтобы ребенок встал на путь исправления. Наша задача, чтобы подойти к ребенку индивидуально, каждому, и понять потребности, потому что зачастую они кардинально разные. Дети появляются для того, чтобы их в первую очередь любили, но рядом с любовью бок о бок граничат ответственность и воспитание. Все начинается с родителей, только они точно знают, как вести себя со своими детьми. Ведь они были молодыми, а вот молодые взрослыми еще не были. О том, что такое пожарная безопасность, знают многие, но очень часто забывают об элементарных мерах и профилактике. Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от ожогов, полученных во время пожара, погибает около 300 тысяч человек. В нашем следующем материале мы расскажем о деятельности сотрудников МЧС, которые не понаслышке знают о последствиях несоблюдения простых правил пожарной безопасности. С детства нас учат спички детям не игрушки. Во взрослой жизни учат проверять спички перед тем, как ложиться спать или выйти на улицу. Это самые простые меры профилактики пожарной безопасности в быту, ведь основной причиной возникновения пожара является банальное неосторожное обращение с огнем. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью человека. Статистика, как правило, всегда ужасающая. Счет идет на сотни, а порой и на тысячи. Пожары в жилых домах, квартирах возникают, как правило, в результате небрежного халатного обращения с огнем. Это курение и применение открытых источников огня. Из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования. Поэтому совместно с газовиками МЧС регулярно проводит профилактические рейды. Ведь нередко нарушение эксплуатации газового оборудования приводит к трагичным последствиям. От непрочищенного дымохода может произойти скопление угарного газа, что приведет к тяжелому отравлению жильцов. А из-за неисправных газовых приборов может произойти хлопок газовоздушной смеси. Порядок осуществления надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, он регламентирован федеральным законодательством в области осуществления государственного муниципального надзора и предполагает проведение мероприятий как надзорных, обязательных надзорных, так и профилактических. Периодичность проведения мероприятий зависит от категории риска, к которой относится объект по пожарной безопасности, начиная от чрезвычайно высокой и оканчивая незначительной. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с российским законодательством. Так, сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС регулярно проводятся и эвакуационные мероприятия. Мероприятия определенные – это испытания систем автоматической противопожарной защиты, обследование всех объектов, участвующих в кампании.
В МЧС есть и специальная служба «Орган дознания». Основной задачей органов дознания Государственного пожарного надзора является осуществление деятельности по расследованию преступлений, связанных с пожарами, согласно установленной совокупности преступления, определению виновных в совершении преступлений лиц и привлечению их к ответственности. Дознание по пожарам – одно из самых сложных, если не самое сложное направление в расследовании происшествий и преступлений. Огонь уничтожает все следы, разрушает первоначальную обстановку на момент пожара, возможные улики. Задача дознавателя – выявить причину и определить виновных по прогару в стене, степени обугливания мебели, по окалине на металлических деталях и конструкциях, специалисту сделать выводы о продолжительности и температуре горения, месте очага возгорания. Профилактические мероприятия, направленные на усиление пожарной безопасности, а также повышение уровня противопожарной защиты объектов, на территории которых будут проходить праздничные мероприятия, обязательная работа для сотрудников МЧС. В рамках данных мероприятий сотрудники чрезвычайного ведомства тщательно осматривают помещение, выявляют готовность к предстоящим празднествам. Полностью проверка объекта на соответствие всем требованиям пожарной безопасности, начиная от соответствия объекта проектной документации, наличия необходимой документации на объекте, регламентирующей порядок действий персонала на случай возникновения пожара, различные инструктажи, проведение проверок автоматических систем противопожарной защиты, содержание территории, то есть полностью весь спектр требований подлежит проверке. Никто не застрахован от природных явлений, речь идет о стихийных бедствиях. Но и тогда сотрудники МЧС не дремлют и немедленно выезжают на места происшествия. К сожалению, и здесь есть свои подводные камни. Очень часто не только в помещении, но и на природе человеческий фактор берет свое. Непотушенные костры после шашлыка, брошенная спичка на сухую траву, и вот уже новая беда, которая несет за собой необратимые последствия. Предупрежден, значит вооружен, и никак иначе. Меры профилактики на самом деле просты, не играть с огнем, особенно в неположенных местах. Регулярно проверять исправность электроприборов и газовых плит, а также следить за соблюдением этих правил окружающими. Наличие запаха перегоревшего вещества и появление легкого, сначала едва заметного, а затем еще более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. Напоминаем вам, что в случае возникновения пожара необходимо немедленно звонить по номеру 01 с мобильного телефона 112. Подробную информацию о том, что делать в экстренной ситуации, можно получить на официальном сайте МЧС mchs.gov.ru. Выходила на берег Катюша на высокий. Каждый второй житель России старшего поколения знает слова этой песни наизусть. Но не каждому известно, что у знаменитой Катюши был младший брат по имени Андрюша или БМ-3112. О боевой машине времен Второй мировой смотрите в нашем следующем материале. БМ-3112, или в народе Андрюша, был не так популярен в народе, как его старшая сестра БМ-13 или Катюша. Но по характеристикам ей не уступал, а где-то даже и превосходил. Главное отличие Андрюши от Катюши – направляющие сотового типа. Всего таких направляющих на установке 12 штук. Пусковая установка с направляющими на Андрюше имела отличный, куда более качественный, чем на Катюше, поворотный механизм. Это обеспечивали достойные углы наведения и скорость вращения пусковой установки. Андрюша младше Катюши на 3 года. Катюша официально была принята на вооружение за день до начала Великой Отечественной войны 21 июня 1941 года. Первое боевое применение «Андрюш» состоялось 17 июля 1944 года. «Катюш» за все годы войны произвели около 7000 единиц, в то время как «Андрюш» было около 1800 единиц и около 100 потеряно в боях, то есть в несколько раз меньше, чем «Катюш». БМ-3112, как и БМ-13, устанавливались на шасси Studebaker US-6. Для стрельбы использовались снаряды М-31, которые были гораздо мощнее снарядов М-13, применявшихся в БМ-13.
И хотя дальность стрельбы Андрюш была куда ниже, чем у его сестры, значительно улучшилась кучность стрельбы и появилась возможность вести ее под разными углами. Для стрельбы применялись реактивные снаряды 31-й модели, известные как М-31, более мощные, чем снаряды М-13, применявшиеся в БМ-13. Андрюша нес на себе 12 снарядов М-31 калибром 310 мм, которые имели внутри почти 29 кг взрывчатки. Били снаряды на расстоянии до 9 километров. Из установки полный пакет таких снарядов выпускался примерно за 8-10 секунд. А перезарядка всего боекомплекта в зависимости от квалификации экипажа могла занять от 10 до 15 минут. Так почему же Катюша популярнее своего младшего брата? Все просто. Катюша воевала с первых дней войны, тогда как Андрюша подоспел на помощь к сестре уже под самый конец. Тем не менее, свой неоценимый вклад в победу боевая машина 3112 все-таки внесла. Наш следующий материал посвящен осетинскому летчику, старшему лейтенанту Агубичи Рукцоеву. 11 июля 1941 года гидросамолет, транспортный, на борту которого летел боец, подбили враги. Падение самолета унесло жизнь также командира экипажа Николая Талалихина. Агубичи Рукцоев был на борту штурманом. И вот спустя 82 года обломки ГТС были переданы на малую родину героя. Но обо всем по порядку. На протяжении более 80 лет штурман гидросамолета транспортного старший лейтенант Агубичи Рукцоев считался без вести пропавшим. Последние данные свидетельствовали, что 11 июля самолет вылетел на задание, а затем, выполнив его, исчез с радаров. В других документах о судьбе каждого члена экипажа записано весьма кратко. Не возвратился с выполнения боевого задания, пропал без вести. Спустя 79 лет, в 2020 году, обломки самолета, на котором летел Агубичи Расламурзаевич, были найдены в 500 метрах юго-восточнее высоты Черное, близ современного города Заозерска. А еще спустя 3 года обломки самолета были переданы на малую родину бойца, как дань памяти штурману. Всегда говорили, что у нас были смелые, отважные старшие, всегда говорили, что было много героев. А вот сегодняшнее мероприятие – подтверждение тому, что на самом деле у нас очень достойные старшие, кем мы можем гордиться, должны знать на самом деле о всех подвигах, совершенных героями, выходцами из Кировского района, из Республики Северной Осетии, Алания. Для выставочного зала селения Ильхотова новые экспонаты стали настоящим сокровищем. Казбек Карсанов, Хаджимурза Мильзихов, Александр Бондарь и Бек Маргоев – 4 выходца из Кировского района Северной Осетии стали героями Советского Союза. Здесь свято чтят и берегут память об участниках войны. Более 3000 кировчан ушли на фронт, около 2,5 погибли на полях сражений. Перевернута еще одна страница судьбы и подвига одного из наших земляков, корченца Агубичи Рукцоева. Страница уникальная. Она уникальна тем, что 80 лет экипаж самолета считался пропавшим без вести. Низкий поклон поисковикам группы или отряда «Икар» и «Обелиск» за то, что они вернули память народа. 118-й разведывательный авиаполк ВВС Северного флота с началом Великой Отечественной войны базировался под Мурманском в бухте Грязная Кольского залива. В составе полка имелись 37 летающих лодок МБР-2 и 7 гидросамолетов транспортных, или коротко ГСТ. Агубичи Расламурзаевич был штурманом. Со своим экипажем летал командир звена 4-й авиаэскадрильи 118-го морского авиаполка старший лейтенант Николай Талалихин, брат Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Согласно документам, 5 самолетов 4-й авиаэскадрильи под прикрытием 9 истребителей 72-го авиационного полка вылетели на боевое задание 11 июля 1941 года – бомбардирование батареи противника у высоты 105,3. После выполнения боевого задания около 11 часов дня 4 самолета ГСТ 4-й авиаэскадрильи произвели посадку. ГСТ номер 1 с экипажем численностью в 5 человек во время бомбометания в районе базы «Западная Лица» был атакован и сбит вражескими истребителями. Работая по этой теме, мы узнали, что на одной из сопок в Заполярье были обнаружены останки предположительно этого самолета.
А так как мы работаем по теме Талалихина и даже состоим в движении «Талалихинцы», ну, нам было интересно судьба этого самолета, на котором летал Николай Талалихин и его экипажа. Воспользовавшись парашютами, подбитый самолет сумели покинуть трое других членов экипажа. Бортовой механик Филипп Наконечный, младший сержант Сергей Бобков и старший сержант Леонид Рыжичков. Прибрежный ветер, видимо, разнес их на большое расстояние друг от друга. Вскоре все трое оказались в немецком плену. Ну, судьба их тоже была незавидная. Один из них был расстрелян в плену. Двое других прошли все муки фашистских лагерей, но после войны все-таки вернулись. Помимо обломков самолета, из предметов амуниции и экипировки найдены фрагменты обуви, кожаной летной куртки, военно-морские пуговицы, пряжки ремней, части бинокля. Обнаружены были и элементы подвесных систем двух парашютов. Этот факт говорил о том, что два члена экипажа ими так и не воспользовались, а значит, разбились вместе с самолетом. Найденные на месте крушения останки командира и штурмана перезахоронили в октябре 2020 года на территории мемориального комплекса «Долина Славы» в Мурманске, а части обшивки и уникальный в своем роде обломок самолета «Специальный якорь» стали настоящим подарком для зала боевой славы селения Ильхотова. По завершению поисковых работ на месте падения самолета объединенной группой был поставлен памятный знак в виде пятиконечной красной звезды. Это очень редкая находка, и вот таких гидросамолетов во время войны разбилось не так много, потому что их мало было на вооружении Северного морского флота. И поэтому вот такой якорь, ну, я думаю, что только вот в этом музее будет у вас, потому что в других музеях таких я просто не видел и не встречал. Для фамилии Кцоевых этот день стал особенно важным. Семья не теряла надежды и передавала историю деда из поколения в поколение. В 16 лет юный Агубичир поступил в Россельмаш и выучился на механика. После обучения в Ростове парня отправили в армию, где он впервые встретился с самолетами и понял, что отныне хочет связать свою жизнь с авиацией, после чего поступил в военное училище, по окончании которого стал летчиком. Несмотря на то, что Агубичир прожил очень мало времени, он молодым ушел, он оставил после себя достойное потомство. И мы стараемся наших детей воспитывать в духе патриотизма. И для нас, для наших детей это очень трогательно, это очень важно, очень ценно. Потому что мы так своих детей воспитываем. Родина, отчизна, любовь к родине. В 1939 году в финской войне за спасение самолета и экипажа удостоился ордена Красной Звезды. Тогда он сумел посадить подбитый самолет на воду, отремонтировать его и вернуть на базу. Возможно, и в тот роковой день, 11 июля, Агубичир Кцоев хотел повторить свой подвиг и спасти товарищей. Трое из экипажа сумели покинуть самолет, а старшие лейтенанты Талалихин и Кцоев оказались прижаты мотором и умерли практически мгновенно. Свое боевое задание он выполнил. Они разбомбили батарею противника и на обратном пути попали под огонь вражеских истребителей. Решили провести на этом месте, в Мурманской области, детальную поисковую экспедицию. Выехали на эту экспедицию московский поисковый отряд «Обелиск» и поисковая группа «Икар» из города Зазерск Мурманской области. Герои живы, пока жива память о них. И пусть Агубичир Кцоев похоронен за многие километры от своей малой родины, эти обломки самолета, последнего, что он видел в своей жизни, будто стали своеобразным возвращением героя домой. Туда, где долгие годы его ждали и о нем вспоминали. Дика – такое прозвище дали первой осетинской летчице, сослуживце по инициалам. Элита Дауров добровольцем ушла на фронт в первые дни войны. Герой Великой Отечественной войны, командир разведроты 3-го морского полка 7-й морской бригады Черноморского флота, участник обороны Севастополя и просто женщина, которая умела бороться за справедливость и жизнь. О том, какой была разведчица и с чем ей пришлось столкнуться во время войны, смотрите в нашем материале. Она родилась в селении Ламардон пригородного района тогда Терской области, ныне Северной Осетии, 26 декабря 1919 года. В 1921 году семья переехала в Фарн, где и выросла будущая летчица. По воспоминаниям соотечественников, с детства девочка имела статус отличницы. В 1934 году Элиту послали во всесоюзный лагерь «Артек», как одну из лучших комсомолок.
Там же она познакомилась со своим будущим женихом Харитоном Саламовым. Тот рассказал ей о своих планах стать летчиком. И это заставило ее задуматься над своим будущим. Их вторая встреча состоялась позже, спустя несколько лет. В 1939 году Элита поступила в Харьковское авиационное училище, где и встретила Харитона снова. А уже летом 1941-го счастливые молодые люди сыграли свадьбу. Второй день свадьбы выпал на 22 июня, начало Великой Отечественной войны. Харитон не мог оставаться в стороне и попросил возлюбленную отложить свадебные празднества. На фронт он ушел в тот же день. Элита по зову сердца тоже ушла на фронт 22 июня. Война для нее началась в летной части под Туапсе. Там же она получила свое боевое прозвище «Дика». Она ушла добровольцем и попала в эскадрилью Севастополь. Она там воевала, и когда ее сбили, попала в море зимой, ее подобрали, как мы знаем, подводники, и она простыла. Последствием переохлаждения стало воспаление легких. Пока Элита была в госпитале, ее часть перевели в Азербайджан. Она получила направление в 3-й морской полк 7-й бригады морской пехоты, командиром роты разведчиков. Была ранена в голову, после долгих месяцев лечения была демобилизована и вернулась в Северную Осетию в 1944 году. Валерий Волков – это в одном из заброшенных домов. Его родителей расстреляли, и в одном из заброшенных домов наши разведчики вместе с Элитой его нашли там. И чтобы его одного не оставлять, его забрали с собой. Так как расстреляли его родителей, он очень сильно привязался к Элите Давровой. Дика всегда хотела семью. После того, как Харитон в 1941 году пропал без вести под Севастополем, она не теряла надежду найти его, создать семью и родить детей. Но также она понимала, не всегда мечты притворяются в жизнь. А к маленькому Валере девушка привязалась по-матерински, даже хотела усыновить его. Но и здесь ее ждал новый удар судьбы. В одной из танковых атак мальчик погиб. По воспоминаниям очевидцев, он умер у нее на руках. В школе номер 4 города Севастополя есть музей имени Валерия Волкова. В середине июля на малую родину летчицы приехала делегация из той самой школы. И мы для того, чтобы как-то дальнейше продолжать свою работу по поиску информации, да, потому что, как всегда, нам не хватает информации о людях, которые защищали город-герой Севастополь. Ну, была цель визита, мы связали, у нас было интервью на телевидении осетинское 9 мая. И вот после этого я связалась с Виталием, племянником Элиты. Ну, и он пригласил нас приехать сюда, на родину Элиты, посмотреть, где она похоронена, где памятник Элите Дауровой. После войны работала в Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству. В 1952 году избрана секретарем Орджоникидзевского райкома КПСС. В 1966 году избрана председателем исполкома Камбелеевского сельского совета. С 1979 года жила в Москве и до глубокой старости была главным хранителем Народного музея Климента Ворошилова. Скончалась первая осетинская летчица 1 ноября 1999 года. Похоронена на Аллее Славы по Владикавказе. На сегодня все. С вами была ведущая Валерия Левченко и программа «Тактика». До встречи!